Всем здрасте, ребят! Сегодня я вам покажу баг, который многие из вас наверняка уже видели, но все же я решил, как говорится, тоже осветить. Связан баг с фонариком и трапами. Ну, в общем, вы сейчас все увидите. Если вкратце, мы при использовании фонаря можем просто пройти через трапу. И нам ничего при этом не будет. То есть, ну, очередной баг с фонариком. Несмотря на предыдущие баги, которые были после изменения фонаря, я считаю, что это как-то жестко, нет? По сути, с активированным капканом нельзя выйти, правильно? Но если мы используем фонарь, то мы уходим. Ну и естественно я решил проверить, можно ли это использовать, когда ты падаешь. Если ты можешь светить, то естественно в трапу ты не попадаешь.